Столера. Ну, здорово, Славян. Славян, я что тебе по поводу звоню? И долго разговаривать не буду, потому что здесь хуй в Украине, деньги идут, я ебал. Короче, это, слухи дошли, что неизвестно, мы, может, еще в апреле только приедем. Хуй знает, приедем. Жесть, неизвестно, как что будет. Ну, да хуй, вот, 2.5 километра от Тухропов стоим. Заебали перестрелки, ебаные. 200-х до хуя, 300-х до хуя, пиздец. Да. Думал, на курорт поеду, я ебал, какой курорт, где-то народу до хуя и толку нету, нахуй. Техники нету. Хуй чисто минометами хуярят перестрелки, нахуй. Наши минометами хуярят, они минометами и все. А мы хуй автоматами кого сделаем-то, нахуй? Ну да. А где техника-то все? Может, порасхуярили, у тебя ждут, когда новая придет. Укропа, что ли, разготовили? Ну.